самого сердца Одессы в Черном море на Воронцовском маяке вас приветствует главный трендсеттер города Одесса Fashion Channel и я, его ведущая Анастасия Сатюк. Сегодня мы с вами станем свидетелями установления национального украинского рекорда – самый длинный подиум в Украине. В рамках Вирволь Одесса Fashion Week круиз 8 дизайнеров представят свои коллекции. Модели пройдут по импровизированному подиуму длиной 612 метров, а представители Национального реестра Украины зафиксируют самый модный рекорд. Ну что, вы готовы? Я считаю, что это супер идея. Такое красивое место, в которое мало у кого на самом деле есть доступ, потому что эта зона закрытая для постоянного посещения. Очень красиво, живописно, море, солнце, ветер, небо сегодня красивое, маяк замечательный, Одесса, люди улыбаются, девушки, молодые люди, модели, дизайнеры. Сегодня создали настоящий праздник для всех любителей моды. Я присмотрел пару нарядов и для себя. Я хочу прежде всего поблагодарить организаторов за такое мероприятие. Одесса, как всегда, пионер в чем-то новом. Это действительно очень круто. Это место, этот символ города Одесса, Воронцовский маяк. Для детей это был полный восторг. Конечно, было нелегко, потому что 612,4 метра подиум в одну сторону, они прошли 1228, грубо говоря, сегодня. Была тренировка, но все справились супер. Это героический подвиг для детей, но они в диком восторге. Они вот только закончили давать интервью. Им очень все понравилось. Мы сегодня представляли коллекцию «Вояж», морскую круизную коллекцию «Вояж», в которой мы постарались объединить и вечерние образы, которые может девочка одевать в круизе, и дневные, прогулочные. И самые положительные. Вообще здорово. На свежем воздухе. Такой длинный подиум. У меня детская коллекция, детки. То есть они сами могут сказать. Тебе понравилось? Да, очень. Хочешь еще? Да. У меня была танцевальная школа. Это как бы детки мои ученики. И сейчас я вернулась в дизайн. Вот. Поэтому у нас коллекция такая немножко... В стиле у нас сейчас джаз панк и волк, то есть дети в нем еще и танцуют. Идея мне очень понравилась, это так необычно, это так здорово, очень классно. Коллекцию первое это я создавала специально для Одесса Fashion Week. Я сюда приехала впервые, поэтому для меня это был такой очень трогательный и очень важный момент. Я хотела, чтобы она действительно соответствовала этому мероприятию. Да. Ты кто придумал? Конечно, мы сами придумали это. И ткань у нас очень хорошая ткань. Больше этот шелк мы ползаем. И этот кашмир называется у нас. Кашмир ползаем. Мы сами рабочие, ну, не оборудование, мы сами это руками, ручной работой считаем. Ну, и мы так сделаем. И спасибо Одесса Fashion Week. Спасибо госпожа Зарина. Самый молодой участник фэшн-индустрии Украины. Расскажи, как пришла идея стать дизайнером? Я посмотрел на нынешнюю моду молодежи и понял, что я хочу создавать свою коллекцию. А в рамках круизного показа «Вирволь Одесса Fashion Week» мы установили рекорд. Самый длинный подиум в Украине, насколько я знаю. И ты установил тоже какой-то рекорд?
Да, самый молодой дизайнер в Украине. Создавалась, то есть под круиз. Вы знаете, в жизни ничего не происходит случайно. Я скажу сейчас банальные вещи. Должна была быть другая коллекция. И как-то вот все что-то пошло не так, как говорится. И я быстро пустила именно эту коллекцию, которая не предполагалась. И когда я увидела на фоне моря белого, голубого, я поняла, что это была как бы такая подтасовка судьбы и очень верная. Нам было очень интересно принимать здесь участие, потому что очень знаковое для Одессы место, очень символичное, маяк. Мне кажется, это будет приятно любому одесситу. Это гордость нашего города. Коллекция у нас названа... Сильно мешало? Да. Название «Доминант». Это обычный показ для вас. Конечно, это окрыляет. Ну как это может не радовать и участвовать в рекорде? Это невероятно. Наш одесский воронцовский маяк. Это потрясающе. Спасибо за такую возможность. Одесса Fashion Week. Первые эмоции – это восторг. Конечно, все устали, но это счастливая усталость. И вообще тут море, маяк. Я одесситка, но я первый раз в жизни стою на маяке. И это так круто, что мое любимое дело – мода – объединилось с самым главным, наверное, знаком нашего города. По-моему, классно. А то, что моя коллекция закрывает и что всем понравилось финальное платье, это мой девиз по жизни. Делай то, что умеешь, и делай это хорошо. Ну, тем более, когда рекорд и когда такое событие. И великая-великая благодарность Дарине за то, что она это придумала и, несмотря на все трудности, воплотила это в жизнь. Но мне очень нравится сотрудничать с Одесса Fashion Week. Это перспективы, это развитие, это какие-то интересные креативные идеи. Сегодня в рамках Одесса Fashion Week на Воронцовском маяке был зарегистрирован новый национальный рекорд с одесской пропиской. Самый длинный подиум для фэшн-показа длиной 612 метров был зафиксирован сегодня. Поздравляю организаторов. Ирина Семенюк. Поздравляю. Спасибо. И партнер администрации Одесского морского порта. Поздравляю вас. Ура. В первую очередь я хочу поздравить организаторов Одесса Fashion Week и персонально Зарину Семенюк за колоссальную работу, которая была проделана. Мы видим здесь даже элементарно, как выложен этот подиум на рейдовом малу, сколько здесь было проделано работы только, чтобы этот подиум создать. Мы не говорим уже о том, чтобы это все организовать. Мы оказывали максимальное содействие в этом вопросе, и сложность вся, насколько мы видели в процессе, она была как раз на Зарине, потому что я как раз, когда это все происходило, стоял рядом, я видел, как этот человек переживает, насколько он душой живет и насколько он через себя пропустил весь этот рекорд. Поэтому, по сути, можно сказать, что это рекорд Зарины Семенюк в частности. 8 месяцев назад началась подготовка. Это первая встреча в администрации Одесского морского порта. И вот с тех пор мы начали просчеты, мы начали думать, как это реализовать вместе с технической службой. Но начали монтаж буквально за неделю до мероприятий. И в связи с непогодой, с ливнями, мы знаем, какие были препятствия, да, непогоды. Плюс военные учения «Сибриз», плюс многие такие вопросы, которые возникали, были своего рода препятствиями. Но благодаря вот администрации морского порта, не раз вот буду выражать им благодарность, все это прошло легко. И да, конечно, мы закончили монтаж в 5 утра, когда я как раз проснулась вот прямо вот сегодня. И я рада, что мы все успели. Это очень-очень большой труд. На самом деле, это 650 метров, в одну сторону нужно было 2500 дюбелей, я так понимаю, с какими-то шайбами забивать, сверлить, перфоратором, сложно. Плюс здесь электричества нет, нужно было генератором это делать, плюс мы делали в ночное время, это нужно было дополнительный свет. Сложные условия были, действительно.
Я рада, что все так получилось. Так, прямо сейчас на рейдовом моле Воронцовского маяка состоялся рекорд. Самый длинный подиум в Украине. Желаем Одесса Fashion Week в дальнейшем новых рекордов. Итак, рекорд состоялся. Ура!